Эй, здорово, смотрим новое видео Брайана, которое вышло вчера очень поздно, которое длится аж 30 минут. Почти. Ищем пару с Брайаном и Анастасис. Мы, да, поехали. Всем привет, друзья, с вами Брайан. Сегодня я планировал снять это видео один. Анастасис? На голову свалилась Анастасис. Косплей труп? Ага, понятно, это был... Это Анастасис. Всем привет. И нет, привет. Не Анастасис, это именно Анастасис. Анастасис. Потому что я иногда забываю. Анастасис. В сегодняшнем видео Настя будет потреблять 3500 калорий за один раз. Я так делаю каждый день. По ней не видно. Даже не видно, кстати, когда ты там катаешься. Ой, микрофон сбила. В ту камеру упала, то микрофон. Ты делаешь вид, что скачиваешь? А там уже есть анкета у тебя? Да нет у меня анкеты. Я что, дурак, что ли? Мы пересели, потому что Настя нахрен сломала прошлый сетап, который выстраивал целый час. Кого? Сетап. Что? Сетап. Сетап. Ты что, с прошлого видео еще не выучила? Я даже не поняла, что ты тогда сказал. Вот что ТикТок делает с мозгом. Да. Да. Целый час ТикТок. Полёвная. Я подумал, почему бы нам с Настей не стать парой? Парой друзей, которые заведут друг другу анкету в Тиндере. Тиндер — это приложение для знакомств. Я никогда им не пользовался, а ты... Но он у него был скачанный уже. Да я не помню для чего. Добро пожаловать. Да, конечно. Пожалуйста, соблюдайте правила. Будьте собой. Ведите себя достойно. Нет. Красиво, да, звучало? Ну что, она все нарыгает. Да у нее фишка такая. Меня, она такая анкету, начинающая Ивлеева. Ну да. В том числе и фотографии. Надеюсь, и что просто начинающая. Как много у нее получилось закадрить людей. Людей? Людей. Очень современно. Все делай, что хочешь. Придумай такое имя, что... Анастасис. Может быть, какое-нибудь необычное. А может быть, наоборот, слишком простое. Что? Бычи. Ты умный? А как не... Вау! Ты чё, не скачал ТикТок? Сифилис. Максифилис. Максифилис. Максимусус. А тебя заблокируют. Ты должна сделать так, чтобы больше всего свайпнуть. Ваш возраст будет виден всем. Хочешь проверить тест на дружбу? Хочешь? Тут твой день рождения нужно указать. Как думаешь, я укажу твой день рождения? Думаю, да. 21 сентября? Пятая? Да. Ну, со второй попытки. Такая ты подруга, конечно. 05. 25. 25. Ты сказала 05? Она не угадала ни разу. Я сказала 21, а потом 5. Я вообще не знаю, значит, когда у тебя день. Нормально. Показать мой пол в профиле можно не показывать. Это что за ловушка? Моя школа. Пикап. Ну, ладно. Школа пикапа? А вот машиной тоже пикап. Фотографии. О, 9 штук можно. Ну, ты Вау. Будешь прямо сейчас делать их, типа? Ну, какие-то ты можешь выбрать из галереи, только... Первый самый вид, который будет. Да, видимо, что-то фалевное. Все. Надо было заранее подготовиться. Это телефон Брайана? Все, удались. Да, походу. А что? Вдруг там тоже что-то. Ну, это и только если ты что-то фоткал. Там еще, походу, Леша. Кого? Что за Леш? Ну, парень Анастасис. Опиши. Да? Знаешь, что зовут? Конечно. Откуда? Вот это подходит одному типажу, да, подойдет? Вот это подходит, да? Вот это подходит всем типажам. Ну и сейчас мы, подожди, сейчас посмотрим еще все еще. О, смотри, я нашла, я придумала. Это типа, ты такой весь карантин соблюдательный. То есть я такой... Соблюдательный. То есть ты такой, ну не, просто типа параноик. А вот это... Смотри, вот раз... В смысле, это уже два. Прикольная фотка. Да. Это типа... Ну, это очень классно. Тигра, да. Люди, которые любят... Как мемный. Они не могут быть плохими и жестокими. Но это неправда. А вот это тем более. Ты прям его давишь, да? Ему на горло. Ему ногу напал. Тут ничего такого. Снизу? Во, вот это ведь суха. Точно берем. Это правильно стыдно. Это качки. Мы можем быть такими. Мы можем быть такими, а можем быть вот такими. О, какими еще можем быть? Разными. Можем быть и такими. Вот. Читаем книжки, правда, не видим ни хера.
Главное сделать вид, что... Делаем вид, что считаем. Показать, что очки — это не имиджевая история, это проблема со зрением. Следовательно, чтобы... Ну, если там рассматривали какое-то потомство, чтобы люди сразу понимали, ага, если у меня зрение плохое, так еще у него зрение плохое, то я не думаю, будь слепой. В Тиндере рассматривают вообще... Потомство. Потомство. Возможность, ну, встретиться. Как завуалировано. Это отпугнет, конечно. Разносторонность твою показывает еще вот это, наверное. Коса сделана в глазах, как будто просто транс, потому что у него разные парики. Да, изначально я хотел, чтобы мы на мой канал сняли видео, как повторяем популярные клипы в домашних условиях. Брайан узнает сразу же. Тогда. Хотя сиськи видно, ты рот не открывай. Это была плохая идея. Может показать, что вот... Нормально, с долларами можно было бы запустить. С подругой в игры. Подругой. Ну, просто подруга. Была? Это ТикТок включен. Ты хочешь испугать всех? Самое критичное. Что показывает? Это показывает, что ты, в принципе, увлекаешься фотографией. А это зачем? Это что? Вспышки, другая нет. Фотография. Вот, подумают, что у тебя вид красивый. Правда, ты здесь уже не живешь, и вида у тебя такого больше нет, но кто знает. Угу. Те, кто в Тиндере, те не знают. Оставим это. Да, конечно. Из моего дома. Ты знаешь, как батя обычно, папы фоткают. Вот я не знаю, у меня нет. Вот так вот двумя руками нужно. Что, жесткая шутка? Да. Разусторонне, скажи же. Ну да. Так, 9 фоток захерачили. Тогда можно 9. Я с лицом ребенка люблю кушать тушенку. В кармане миллионы. Подожди. Откуда ты это берешь? Из мозга? Да, у меня в мозге это. Люблю кушать тушенка. Тушенка. Люблю давить котенка. Это вообще... Где с лицом ребенка люблю кушать тушенку? Люблю котенка. Нет, какая-то говно. Люблю чесать мышонку. Моя подруга играет, не влезает. Да иди ты! Нет, где с лицом ребенка? Люблю кушать тушенку. Живу пока с котенком, но не прочь пожить с девчонкой. Ай-я! Все, современный рэп. Свайпай. Больше. Еще девчонка через четверку. Это ужасно не звучит. Ты должна свайпать либо влево. Влево это у нас... Она сама выбирает еще? Наверное. Это у нас... Ай, стоп. Наоборот, no. А, да. А это еп. Лайк. Да. Лайк. Чевета. Розочка с Барбоскиных. Похнуть тебя, как на светофор из GTA. Расскажи, о чем думаешь долгое время. Буду очень рада пообщаться с веселыми. Наш вариант? Подожди, а где все фотографии-то наши? Они просто не прогрузились. Или... Не добавилось, только добавляла. Зря. Зря. Зря все старались. Новая пара. Пофиг, что одна фотка. Давай, да. Да где? Да, кто там? Давай посмотрим. Куда смотреть? Час. Блин, мне кажется, они не выглядят на 19. Давай. Они выглядят как бы взрослее. Образовали пару. Мы все специально накрасились для этих. И фейковых фоток накачали. Накрасилась, еще с фейковых фоток накачала. Гениально. Карантин. Попугай у нее есть. Это ее батя? Вот это стрёмный мультик. Ты видел? Да. Это советский тоже. Туман. Я люблю туман. Горизонт заваленный. Я заваливаю горизонт. Давай вот так. Привет, равно. Это смайлик. Мне точно 12. Сейчас, знаешь, будет километраж уменьшаться. Выйти. Подписка, мы подписку ради этого видео сразу купили. Ответила. Света ответила. Напиши, как лежится в вагоне. Лежится в вагоне? Поэтому ты не в отношениях. Ты уже до хрена всех пролайкала уже. Должно быть. А нас никто. А они просто еще не увидят. А потому что ты там в маске, какой-то врач какой-то. Да. Хоть от кого-то? Я создам... Коронавирус там будет лайкать. Итак, меня зовут Анастасис. Анастасис. Анастайша. Это что про... Это что? Это из какого фильма? Ну, никакого. Анастасис. Университет монстров. Звучит
страшно. Спасибо. Фотографии. Тигра. Мачо. Как и я. По лесу видно. Ты, значит, бьюти-блогер. Косметику. Ты такая вся фифа. Главное, чтобы не на рынке подумали. О. Леша. О, прекрасно. Я с парнем. Не знаю, я скорее, скорее. О, прекрасно. Любишь читать свою булку. А у тебя добавились фотографии? Так у него тоже добавились. Побольше с такой тоже. И везде с едой, смотри, внизу. Люблю жрать. Не стесняюсь этого. А я не стесняюсь пердеть или там рыгать. Что? И Леша смеется, почему? Должен быть плотным. Все. Зато тигр не смеется. И сытным. Это шейминг. Являюсь лицом популярной китайской. Популярной косметики. Популярного китайца. Про лайкинг, короче. Андрей. Почему все 28 лет всем? Почему все? Почему? Старый унылый дед. А что тут одни деды сидят, что ли? Фразерверский лайк. Порибач. It's a match, но порибач. Ну подожди, тут Александр. О, Александр. Интересно. Вот так. Что она там натерла? Что попалось в моем профиле ее анкета, которую я только что здесь сделал. Ого. А, ну да, типа ближе всего. Ну да. 8 лайков. А кто тигров? Покупай гол. У меня 28 лайков. Вам поставили 28 лайков. О мой бог, Настя, просто как на расхват. Я же говорю, да. Ну, потому что я пирожок. Жопа. Горячий. Это все потому, что я сделал классное описание. Все захотели тебя заслужить и свайпить. Ищи себя давай. Во! Максифилис. Максифилис. Один из первых, кто поставил лайк. Здорово. Так, Роман у нас девелопер, разработчик. Девелопер. Девелопер. Слушай. Девелопер. Блин, потом они себя видео увидят. Хотя бы даже 6 лет, наверное, не увидят. Ты не можешь не спорить Брайана? Как это? А почему мне 27, я смотрю. Вы тогда свайпали, не видя попу. Вот эта причина должна была быть в твоих пар. Походу языка там свайпают. Вход нравится. Да. Они снова не прогрузились фотки. И остальные грузятся. Отлично. Из Питера Роман спрашивает. Да. Я смотрю... Сразу голос меняет. Девелопер. Как тебе мои... Как тебе моя киска? Девелопа. Тебе какой-то трой... Тебе какой-то трой пишет. И по пивку предлагает. Это он сказал, что я толстая так? Нет, он сказал, что здесь бицуха. Потому что я толстая, руки у меня и толстые. И по пивку предложил. Пошли его. Пошли. Осторожней. На небо. Это не язык. Осторожнее с пальчиками. Осторожнее с языком. Человек. А иначе эта бицуха покажет свою силу. Фонтала. Пивко? Ой. Не получилось. Еще раз. Пивко будешь... С пола слизывать. Нет, ты точно не являй его сестра. Ну давай посмотрим хоть... Ой. Слушай, да он явно любит пиво. Так, мы делаем перерыв в Настином Тиндере. Так что, есть ли какие-то контакты у нас-то? У Максифилиса? Я шутку придумываю для курящей девочки. А-а. Надо было лицо открытое. Они не кузнецы. Тогда откуда у них такой... самовар? Что? А почему тут самовар курения? Ну... Тебя пахтит? Можно писать, мои родители случайно не проводники, тогда откуда у них такой паровоз? Попробуй так написать. Нет, напиши, например, ты такая горячая, что с тебя дым отходит. По-моему, ни то, ни то, ни все. Тема, почему некоторые мужики какой-то кринж писали раньше. Ты что ли горячая? Да, я вижу этот смайлик. Интересные творческие люди. Для красивых фотокарточек и увлекательных диалогов. Люди для фотокарточек?
Ню. Ню. Звучит миленько, да? Ты знаешь, что это такое? Да, знаю, знаю. Откуда? Так, новая. Тоже неплохой башка. Китайская косметика пришла. Это комплимент. Да просто она так сделала. Хочешь, научу? Давай. О, давай. Я не умею. Короче, расслабляем рот. И носом вот так. Носом? Как носом? Что, как? Да, давай еще. Как только собираешься чихнуть, что ли? Рот расслабляем. Чхи? Нос вытягиваем. Как можно нос вытянуть? Да. Да ты нос опусти. Да можно это вытянуть. Как его? Ты чувствуешь? Нет. Нет. Насморк? Ты можешь так сделать, Леш? У него все бывшие так делали. Это и странно. И красивые голубые глаза. Ну что, они какие-то разные везде. Это вообще разные люди, по-моему. Не, просто стоп. Здесь. Нет. Ну почему так по-разному? Да просто нос умеет зажимать. Нос. Как это? Что по ощущениям это? Понятно, как лицо меняется. Да где твой нос? Ты можешь его сделать? Сделай свой нос. Ну ты... Короче, не попробуешь, не узнаешь. Вот поэтому она разная на фотографии. Значит, Роман тебе пишет, что катан отличный. А жопа моя тебе как? А он не понял вот намек. То есть он такой... А фотка с жопой загружена? Да, я загрузил. Третья она по счету. Может, ему намекнуть, что? Может, ему написать. Третья фотка. Я там... у меня там... Жопа. Брови. Не слишком накрашен. Это где-то я там вообще не накрашенная, да. Где-то в стуле. Да, я в стуле. Намекнули ему, то, что нужно пересмотреть третью фотку. Возможно, а ты умеешь? Он сразу. Умеет с пацанами общаться. 138! Какая я популярная! Там 9 фоток, а 138 лайков. Это принц какой-то пишет. Это не так. Это он кто-то типа свайпает, ставит лайк, типа нравится. Ого, принц! О, принц Эфиопии. А конь у тебя есть? Почему конь? Белый. Принц. Что ты пишешь, да конь у тебя есть? Кобыла есть? Ну да. А есть у тебя? Жеребец. Это машина. За почему лицо за машину? Напиши, напиши. Лицо знакомое. Это в Тин для кого-то что ли? А, сама задала. Напиши. Или от парня. Случайно не Майнкрафт? Откуда у них такие куби? Откуда? Гениально. Играешь? Майнкрафт. О, он пишет не, а чё? Просто не могу понять. Не, а чё? Странный вопрос. Просто не могу понять, откуда такие кубики. Кстати, Роман на фотке написал, да вроде норм. Знаешь, типичный такой, ничего не замечает. Ничего, а вот кот лучше. Смотрим твою третью фотку, может там что-то не так. Блин, они пере это... Пере что? А там брови реально накрашены сильно. Там брови накрашены. Это не та фотка, она была шестая с жопой. Мои брови на шестой. Да, изначально просто они по-другому расположены. Последовательность стоят. Да. Третья фотка была с жопой. А как насчет шестой? Нужно написать, как тебе фотка с жопой. Нельзя говорить. О, защита, да, спасибо, приятно. Я тебе говорю, ты испугался? Нет, я так обрадовал. Я, это Леша, я... Это Макс сделает. Что? А вот теперь одна фотка. Дед с лицом ребенка, люблю кушать тушенку, живу пока с котенком, не против моей жизни с девчонкой, а ты спрашиваешь, почему никто не свайпает. Смотри, принц. Потому что? Кони у меня нет, к сожалению. Он принц. Кони. И кингдом. А что такое кингдом? Королевство. Нет, это не похоже на меня, я бы не догадалась, что это королевство, я как бы тупая достаточно для этого. А что он там в Тиндере сидит, если у него королевство? Иначе у него должны быть... Наложницы? Наложницы, да. Так он их через Тиндер ищет. А. По старинке, да. Не такой, значит, и король. Не всемогущий, раз ты сидишь в Тиндере и ищешь у себя. Нет этого личного этого парада красоты этих. Смотри, отбора. 8 стрелок, как это происходит? Леша. Ой. О, он написал, у тебя там шестая и восьмая повторяется. Или может кэш еще не обновился.
Кэш. Это он девелопер, знаешь. Девелопер. Жесть. А он сделай Ахмат Сила. Да нет, сделай вот так! Ахмат Сила, бля. Ох ты, ёб твою мать. Девушку не видим вторую. Давай, пусть. Быстрее, давай. Быстрее. Отлично. Бедняга. Ой, это куда? Получилось! Ну такое точно никто не свайпнет. Смотри сколько. Добавилось! Добавилась новая фотка! А давай еще сфоткаемся. Надо в жопу тоже, потому что это рабочий такси. С тобой сработал. Супер поза. Типа как бы... Секси. Давай, заткнись! Смотри, Ульяна 18, вот юбка у нее задралась вообще к чертям. Все, а юбка-то все, смотри, видишь, трусы видать. И что это такое? А тут вот... Как бабка такая. Трусы видать. Есть видеть. Вы свой раз попьется. Она все равно не нужна уже. Вот еще одна новая пара. Смотри, сплошные матчи пошли. Привет. Ого. Рэйчел. О, может это американка какая-то, может? Американка. Да. Застряла в России во время коронавируса. Застряла? В Питере. Потом перейдем на английский язык. Do you love? Давай. Love? Do you... English. English? Она реально туристка, я же сказал. Как написать? You are застряла? Да. You are застряла. Из you are. Saint P. Слушай, ну что делать? Давай еще фотки сделаем тогда. Ну, это может быть. Мне сейчас написала смс-ку. Ева, извините, а как из пар удалить? Не удалила сообщение. Она, наверное, фотки посмотрела. Фотографии ее. Ну, тут непонятно как бы. Она ищет спутника. Смотри, какую модель спутника? Она ищет себе Луну. Нет. Давай. Не-не-не. Напиши, ты планета, тогда можно я тебя обогну? Она же ищет спутника. Тихо, лицо. Спутника. А что с лицом? Она выбрала, что с лицом. Ева написала, извините. Да ладно, что никто не может узнать Брайана, что ли? Ну, она удалилась. Может, просто в Тиндере не его целевая аудитория сидит. Ну, мы же хотим комплимент ей потом. Чего такая красивая? Давай, отправляй. Рэйчел ответила. No, why? I'm not stuck. No. Напиши. Oh. Ну. Жаль. Саша. Маму так зовут. Мою маму. О, смотри, как быстро ответила. Ну, ого. Моя. А у меня Наталья, мама говорит. Лол. Ты, получается, Оксана Натальевна. Максим Оксанович. Знакомый. Я не знаю, что сказать. Ну, миленько. Если бы мне так написали, я бы умилилась бы. Она прочитала. Давай, что пишет? Я боюсь. Она сейчас подумает. Она сейчас спросит. А как удалить из пар? А можно реальные фотки? В смысле? Она думает, что это фейк, что это не Брайан. Наоборот. Она думает, что это не Брайан. Фоткаться. Она Макса узнала просто. Да. Конечно, узнала Макса. Думаешь? Да. Поэтому она так спросила? Да. Ты прокололся с именем мамы. Маму Максима тогда. Анекдот. Я напишу, а мою маму зовут? Все знают, как зовут, прикинь. Я Настя. Давай я на листке напишу. Мою маму зовут Оксана. Да типа я тебя сфоткаю? Да. О, хрешок какой. Да. Смотри такую фотку, мы так будем. Пятая фотка. Давай. Тупой тиндер. Она такая, а это еще кто? Я думаю, если знать Брайана, возможно, она знает Анастасис. Пятая. А мою маму зовут так... Пятую фотку пишу ей. Так, стоп. О, шок. Заподозрила. Она будет... Это решит? Да. Ну вот я и нашла. Прикинь, какой шок. Пару. Что за прикол, я не понимаю. Все, давай искать... Как удалить из пар, да? Вы видео снимаете, все, она поняла. Я с принцем продолжаю переписку, то есть я притворяю, что я тупая. Ну да, ты сама из Питера? Я из Питера. А ты откуда? Тут написано 12 километров от вас, я спрашиваю, а ты откуда? Ну, откуда? Да-да. Тогда продолжаем. Да. Как твои дела, чем занимаешься? Чем ты занимаешься? Жру. Нет! Да. Такие кубики. Приятного. Так много жрать не нужно. Поздно. Все. Трой Хардер нам ответил на наши угрозы. Про пивку.
Я недостаточно эгалитарен в вопросе социальной и культурной антропологии. Ты волой? Считать женщину человеком, поэтому отнесусь не... Во-во-во-во-во! Извините, а как удалить пару? Недостаточно эгалитарен в вопросах социальной и культурной антропологии. Извините, а как тут удалить пару? О, у него кастрюля взрывается. А у меня также с кастрюлей. Да почему кастрюли-то? А у меня же так же с кастрюлей, когда готовлю. Не знаешь, как исправить? Кто еще? С Александром, что ли, попытаться? Приветик. Последним кем-то. Найти любовь. Приветик. Давай. Приветик. На второй бабке крестик. В смысле? Ну. Это не в ритме. Зато действительно... Это тоже реально крестик. Краш. Васап. Он лайк краш? Обычно меня крашем не называют. Обычно кричат, дескать, отойдите от детей, а то я сейчас милицию вызову. Какой краш? Он то, что я не знаю. Парень. Педофил. И он прямо об этом заявил. Вот, непонятно. Спроси, ты педофил или я ребенок? Это странно, пипец. Ты пришел, купил вкусности, сейчас чай пью. Смотри, как мило. А это твоя киска? Он не ответил. Он написал киса. А какая киса? А, которая рыжая. Видишь, всем кисы нравятся, походу. Поэтому лайкают, да. И же не первый человек тебя про кису спрашивает. А вы правильно спрашивали про кису? А что, нет? У него же спрашивали. Ой, жесть. Ну, это уже неинтересно. Что там? Тебе не скажем. Под конец видео у Насти 527 лайков. Ну, я на самом деле денег заплатила за голд аккаунт, чтобы столько лайков и было. И, ну, я не рассчитывала на такое количество, но поскольку... Это хвостовство. Моему крашу, с которым мы сняли видео, кстати, на моем канале, кстати, ссылочка, наверное, кстати, будет в описании, наверное. Благодаря именно ему, этому коту, у меня есть... Это что? Много фотографий многих мужиков, которые я могу теперь смотреть. Больше 500 штук. У меня... Это достижение. Не 2, 5. И Анастасия ответила по поводу ню. Еще не пробовала, но можем организовать. О, нормально. В общем, было весело. И нужно скорее удалять наши сраные аккаунты. Мы заплатили за них деньги и можем оставить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Брайан. С вами была я, Настя. Всем пока. Пока. Извините, как удалить из пар? Да я знаю, что чем закончится сейчас это видео. Сейчас просто все Play Market или там App Store, скачать Tinder, найти Максифилиса в Тиндере, поставить ему лайки, встретиться с Максифилисом, вот так вот и ну, будет. Удалить. Но сказал, он что еще не точно. Нет, когда... точно удалит. Он момент выхода выйдет, видео стопудово. Это будет бесполезно, может, нет, это, знаешь, как будет, знаешь, как это будет? У него же там геолокация. Это они будут ходить с телефонами. Фанатки Брайана. Ближе. А потом двери, знаешь, так пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. И снова к нему дверь будет 3 часа кто-то ловиться. Так вот ду-ду-ду-ду-ду. Так там будет целая толпа фанатов. Кстати, да, это вот... Лайфхак, как найти Брайда? Вычислить его, но он, я думаю, уже выпустил видео и сразу удалил. Ну ты что, это не то, что гайд, это мы ему как бы поднасрали, получается, такими советами-то получается. Ну да, да. Ну если что, мы не хотели, мы просто предположения всякие строили, вот, вы так не делайте, не надо. Люди не любят, когда строгаются в их личную жизнь, это очень нехорошо. Ну, видео было ржачным. Вообще ржачным. Блин, я понимаю, что, блядь, господи, этот Тиндер, это такая упоротая фигня, вообще жесть, там такие странные куча людей, это вообще жесть. Я не знаю. Это, знаешь, такой какой-то... Вот есть ТикТок, а вот есть Тиндер. Вот они разные, но они упоротые. Я не знаю. Нет, там упоротый весь ТикТок, все сообщество, а здесь... Просто люди есть такие. Есть индивидуальные такие вот они разные. Просто слишком такие индивидуальные индивидуальности. Вот, все... Знаешь, в чем проблема? Все хотят показать слишком свою индивидуальную индивидуальность. И потом показывают такие, что они все такие не такие, как все. В итоге вот получается такое ржачное видео. В общем, если вам понравилось это видео, то там... Всякие махинации можно внизу произвести там. И пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.